Евангелии Христос говорил: «По плодам их узнаете их». Вот плоды наших духовных скреп, вот плоды нашего понимания о том, что такое христианство, вот плоды понимания того, что значит слезинка ребенка. Это еще одна наша с вами духовная скрепа. Многие говорят о том, что творчество Федора Михайловича Достоевского лежит в основе всей русской цивилизации. Но как-то оно, видимо, странно лежит не так, не там. Или цивилизация какая-то выросла в итоге другая, не та, о которой писал Федор Михайлович Достоевский.